Мужик опоздал на работу. Начальник его и спрашивает, мол, где ты был? Да вот сынишку в один садик водил. Оказался не тот. Ну, потом повел его во второй садик. Тоже не тот. Ну, повел его в третий садик. И тоже не тот. Ну, когда пришли в четвертый садик, сын мне и говорит, папа, еще один садик, и я в школу опоздаю. Короче, едет маршрутка, газель полная. У одной девушки звонит телефон. Она начинает рыться в сумочке. Роется долго, ничего не находит. Пауза. Потом опять начинает звонить мобила. И опять начинает рыться в сумочке. После 20 секунд поиска выдает фразу, сразившую всех наповал. Наверное, дома забыла. Короче, у стоматолога. Не бойся, Серега, все бывает в первый раз. Пациент. Я не Серега, я знаю. Серега, это я. Мужик бежит за автобусом, кричит, руками машет. Люди из автобуса орут. Чувак, хорошо бежать, мы сейчас описываемся от смеха. Вы ща обделаетесь, я водитель. Пьяный ползет домой, слышит кукушка. Он ей, кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Из окна высовывается жена и кричит, 5-7 секунд, сука, утюг пока не нашла. Как мило, выходит замуж и женятся зайки, солнышки, рыбки. А разводятся олени, суки, козлы. Почему ты ходишь по квартире в одних трусах? Потому что в двух жарко. Мужики, у меня для вас две новости. Обе плохие. Чего там опять? Новый обморок? Барин ввел право первой ночи. Ха! Ну ты насмешил. На кой это ему? Он же пидор. А вот это вторая плохая новость. Старик женился на молодухе и через год приводит ее рожать. Ну вы даете, говорит врач. Дед такой, нужно держать мотор рабочим. Через год опять старик приводит свою жену рожать. Ну дед ты можешь, удивился врач. Мотор нужно держать рабочим, гордо ответил дед. Через год снова рожает. Врач тихо шепчет в ухо деду. Дедуля, смени масло. Черненький родился.